Житель столицы хотел купить валюту и в итоге потерял 37 миллионов рублей. Попался на удочку мошенника. Знакомый посоветовал проверенного брокера. Договорились встретиться прямо в отделении банка. Вот якобы успешный финансист в солидном костюме спешит навстречу. Приветствует свою жертву и просит немного подождать. Обещает вернуться уже с валютой. Согласно указаниям, гражданин передал спортивную сумку с деньгами подошедшему неизвестному мужчине. Тот проследовал в сторону кассы, но так и не вернулся. Материальный ущерб составил 37 миллионов рублей. Вот аферист с деньгами спешно покидает банк. Потерпевший прождал его несколько часов, а потом обратился в полицию. Уже финансисты вычислили. Им оказался 54-летний ранее судимый приезжий. Часть похищенной суммы у него изъяли.